10 мая. Маленький-маленький лайфхак вам. Вот смотрите, смородина, чтобы понимать, что вырезать, что нет. И не важно, не только смородина, хоть что, хоть крыжовник. Я их вырезаю либо поздней осенью, либо весной, когда вот уже все станет зелененькое. Смотрите, вот эта ветка полуголая. Вот эта ветка. Вот эта ветка. Скорее всего, они идут друг из друга. Вот этот хвостик. Все остальное просто прореживаем. Давайте на всякий случай подойдем ближе, чтобы понять, ошибаюсь или нет. Вот смотрите, я люблю вот эти штучки все. Не видно. Они очень уже. Это все будет ягода. Вот эта ветка, которую мы выбрали. Но если ее сравнить с соседкой, то соседка выглядит вот так. И если мы уберем вот это старое лишнее, то у нас вот здесь просто станет ягода крупнее. То же самое с крыжовником. Вот по нему сейчас видно всю середину. Вот это все. Это все уже старенькое. Можно убирать. Также я поступаю со всеми, с гортензией. Я никогда ее рано не стригу. Я жду, пока проснутся все почки, чтобы не отстричь лишнего. Я ее, может быть, покажу вам отдельно, когда буду стричь.